вами панорамный лифт, вот так вот обходите, вот так вот. Вызываете третий этаж направо и нумерацию номеров вы увидите. Здравствуйте. Че, куда нам? Привет, Лера. 41. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Все, давай. Здравствуйте, девочки. Ой, подвиньте, пожалуйста. Извините. Диана, кого тебя ощущает бурный ветеран? Единственное. Не знаю. Это очень необычно. Пока я не осознаю. Давай, потому что здесь люди теряются, просто не знаю, куда идти, что да. делать. Ну я все знаю. Это хорошо. Как хорошо, что я с ним приехала. Я люблю больше всего поезда. Что такое пишешь? Уроки. Хоть я и не учусь, но... Анкета футболиста. Мой паспорт. Как тебе первый день сборной? Освоился же или пока сейчас? Здравствуйте. Переснимем немножко. Надо дверь закрыть, чтобы не было сквозняка. Чуть-чуть, блин. Спросили немножко. Там... Close the door, please. А то ветер, и у нас тут все бом-бом, бэм-бэм, бэмс-дэмс. Красота. А что говорит? Лиз, какие три самые главные вещи нужно не забыть в разговоре? Покажи нам. Давай, DIY. Бутса бирюзовый. Один. И второй. И третий. Все. И хорошее настроение. Что еще? И хороший человек рядом. Хороший человек рядом. Вот, Ксения. Я суфлер. Все, говорят, что ты в ТикТоке? Чуть ли не звезда. Немножко. Покажи нам свой ТикТок на телефоне. Может быть, люди подпишутся. Ну, тут уже... Да. Смотрите. Давай какое-нибудь такое видео. Ксения, самое адекватное. Во-во-во, смотрите, смотрите. Это Ксюша Алексюк. Ксюша, ты героиня. Алексюк, умница просто. Несмотря на все полученные травмы. Сколько подписчиков у тебя? 14,9. Ну, почти, если округлить, 15 тысяч. Начнем пока с малого. Ну, мы будем следить за твоим ТикТоком. У тебя есть сейчас возможность сказать всем, что подписываются. Ссылочка здесь. Все подписываемся, лайки, никто не отменял. Еще, знаете, в ТикТоке можно нажать на видео, но долго держать, и там написано «Неинтересно». Так тоже можно. Я знала, что ты меня любишь. Да? Тапка. Да. Прогнали. Все, всем до свидания. Это была наша комната. И... DIY. Как быстро за 5 минут надеть бутсы? Что такое DIY? Не знаешь? Типа, это лучше... Вот что там было? Зумеры? Нет, про скайп. У нас всего 22 полевых. Сейчас 21.
Вон связка. Сколько полная? Все, нарисовалась тут. Головой-то можно. Голова, чтобы думать. Ноги, чтобы ходить. Сам пришел. Ну, почему, когда я с вами играю, постоянно на солнечной стороне? Загорает лицо. Лицо? Да. Еще. Короче, знаешь, что вверх редактировать, да? Можешь сразу, если сможешь? Всем привет, сегодня провели первую тренировку, следите за нами в соцсетях. Что хочешь, говори, чем естественно тем лучше. Давай, да, можешь. Быстрее, пока мы держим, блядь, пока он не упал. Всем привет, на связи женская национальная сборная России. Сегодня мы провели первую тренировку. Все прошло замечательно, погода великолепная. Сзади вон девчонки чеканят. Следите за нами в соцсетях, будет много интересного. Всем пока. Все, Дашка популярная стала. Да ты слушай. Да галочка будет. Слушай, сейчас по минутке вещь. Так, подбрасывай. Тебе важно. Один на один. Вам тоже. Это была невнимательность. Чтобы вот они не жонглировали. Ерундой не занимай. Вот это им не нужно вообще. Ты мне касаешься. 10 секунд. Давай, ты мне на карту. 10 секунд, считай. Ты же мне сказала домой. 3. 4, 5, 6, 7, 8. Чуть-чуть не упала. Добрый вечер. Здравствуйте. Так, 617 номер, проходите, пожалуйста, вы долго выжили, паспорт есть? 600. 17. Угу. Все, спасибо большое. Подожди, Кристина, скажи нам, почему ты опоздала? Вот, сильным не надо, говорили. Да не, я шучу. Тренерский штаб просто мне дал возможность на один день задержаться, поскольку мне нужно было решить вопросы по поводу диплома предстоящего по его защите. Поэтому прямиком из Перми сейчас с корабля на бал. То есть ты летала в Пермь, да? Да, да, да. И причина опоздания – это все-таки учеба, а не банкет после суперкубка, да? Мы, конечно, попраздновали, но так долго праздновать не надо, нужно работать. А с кем вы праздновали? Ну, мы с командой после игры. С мужской? Да нет, со своей. Только, ну, мы в раздевалке только попраздновали, и потом мне нужно было... Ну, лететь в Пермь уже. Просто говорили, что мужской локомотив с женским локомотивом вместе там. Ну, возможно, вечерний. Но я уже не участвовала в этом. Понятно. Как настрой? Работать дальше, тренироваться. Устала отдохнуть за 2 дня? Честно, нет, наверное, потому что перелеты еще немного такое состояние. Но сейчас будет ночь, отдохнем и завтра уже приступим к работе. Давай, приходи в себя. Спасибо. Да, пока. Все, я свободна. Добрый свободный.